Сегодня 14 марта. А, вот такая у нас дальневосточная весна. Уровень снега примерно дофига. Сантиметров 30 осадков уже за сутки выпало точно. Ветра и метели. Тем временем кокоду Артемочка принимает ванны. Да, Тём? Вот так мы встречаем морозные дни. Артемка, ну скажи что-нибудь, чего ты? Поделись впечатлениями, как вода? Что, неплохо, да, вода? Отлично. Мокрая ты курица, да, Тёмыч? Покажи, какие крылышки красивые у тебя. Покажи, Тём. Ты же орел? Ну, пора уже выходить. Что ты говоришь? Пора выходить. Ты уже достаточно долго тут сидишь. Да. Давай-ка домой собираться, Тём. Тёма. Солнышка сегодня нет, поэтому сохнуть ты будешь долго.